Итак, друзья, давайте сейчас проверим, как работать будет сканер отпечатков пальцев. У меня есть предположение, что будет он работать, но так себе. Решил ввести цифровой код. Сейчас введем. Запомните свой пароль, естественно. Ну и теперь нам предлагают добавить сканер. И мы начинаем нажимать по-разному, вот так, как говорится, кончиком, краем. Вот, видите? Нажимаем. Сместите палец. Хорошо. Значит, смещаю с разных сторон, чтобы был составлен, видите, полный отпечаток. Все. Отпечаток пальца одного готов. Теперь, друзья, давайте протестируем. Выключаем. И вот он. Ну, не так уж и плохо работает. Друзья, слушайте, ладно, я его уже заранее раскритиковал, а у меня такое подозрение, что он работает даже чуть ли не лучше, чем на моем Mi 10T здесь. Хотя, ладно, здесь тоже неплохо работает, но смотрите, как работает Mi 10T и как работает M3. Очень даже неплохо, друзья, очень даже неплохо. А ты как думаешь, вообще плохо или нет? Даже котейка считает, что очень неплохо.